значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Гуманность, благородство, чувство справедливости, альтруизм, снисходительность, стремление быть полезным – вот их отличительные качества. Из них получаются прекрасные политики, общественные деятели, ораторы, писатели. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «Э» в этом имени наделяет умением видеть подоплеку событий, изнанку людей. Этим людям важно, чтобы окружающие признавали их авторитет, с уважением относились к ним. Буква «Э» дает человеку обаяние, вычурность и хитрость. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей и принципиальность сковывает их возможности. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Значение буквы «Э» говорит о хорошо развитой интуиции, любознательности, умении выделять из набора разрозненных фактов главное. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.